таком кусте завязывается плод, и он растет и развивается. И вырастают, конечно, вот в такие вот прекрасные, вкусные, сочные, сладкие фрукты. Ну, иногда кислые, в зависимости от сорта. Капитан корабля. Такое вот необычное место. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще много, намного интереснее, я думаю. Что за чудище из пластиковой тары? Стаканчики, бутылки. Вот такое чудище. Держите на Шиморе без пластика. Пляж без курения и без мусора. Штраф 100 тысяч бат. Мужик курит. Прикольно, волны нормальные. Вообще, конечно, прикольный пляж, такой он прям, в принципе, песочек чистенький, и людей немного, вода, конечно, мутноватая из-за волн, но все-таки очень теплая и, в принципе, я думаю, чистая, ну, по крайней мере, никакого мусора в ней не плавает, просто мутноватая из-за того, что волны.
Вот такие маршрутки по Паттайе ходят. Стоимость 10 бат. Пирс, чтобы добраться на Колан. Много предложений на спидботе покататься. Набегают, предлагают. Вот. А вот здесь проходите дальше к пирсу. Здесь идут большие лодки. График движения примерно каждый час с некоторыми пропусками. Билеты продают прямо на пирсе. Проходите до конца, до лодки. Вот он, паромчик на Колан. Вот на входе тетушка продает билеты. Ну, билетов не дает, просто платите 30 бат за вход. А вот так вот ходят, таким расписанием. Такой паромчик. Палуба вторая, еще нижняя есть. Пришли чувачки в форме, всех заставили одеть жилеты. Вот так вот на пароме за 30 бат вы можете добраться из Паттайи на остров Колан, насладиться чудесными пляжами острова Сиамского залива. Вот полиция крутая, не успевали ребята, их вот привезли на байке по пирсу. И все, и сразу отчаливаем. Так вот доставляют туристов спидбот стоимостью 300 бат. Поездка заняла 30 минут. Здесь такие же маршруточки. Стоят, правда, здесь не так, как в Паттайе. Стоят 30 бат за дорогу. И идет из ферри-терминала до Нуар-Бич. Едем по таким вот пустынным местам острова. Здесь водичка намного лучше, чем в Паттайе, прозрачная. Но, кстати, прохладней, чем на Джамтен. Такой вот храм есть на Колане. Замечательной ноте покидаю Бангкок и Таиланд.